Свыше 5000 человек, оставшихся в снежных заторах, эвакуировали в Жамбылской и Туркестанской областях за последние несколько дней. В спасательных операциях задействовали почти 1000 сотрудников, больше 100 единиц техники, подразделений МЧС, дорожных служб, полиции и местных исполнительных органов, в том числе из Кыргызстана. Сейчас все аварийные спасательные работы на автодорогах регионов завершены. На ранее озвученных закрытых участках трасс в 5 областях деятельность оперативных штабов республиканского и регионального уровня будет продолжена до полной стабилизации обстановки, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.